Всем привет, с вами Грау и у нас Alien Vendetta. Проходить будем на Зедуме, с уже известным в принципе воксель-паком. Ну, я надеюсь, это каких-то особых сложностей не вызовет. Я, правда, сейчас вот очень колеблюсь над выбором уровня сложности. Дело в том, что Vendetta в принципе не самый простой вадник. Ну и как бы брать Ultra Violence может обещать много и много репоев. Ну, мы попробуем. Мало ли. Как у меня получится. Так, сразу гамму подстраиваем. Все. Так явно получше было. Я ее себе именно такой помню. Именно такой мы ее будем проходить дальше. А вот, наверное, рассирать на зомби эти драгоценные картечины не стоит. Они дебильные. Так, а как так получилось? Смотрите, они тупо не видят, не слышат, что происходит. Может, он еще и меня не видит? Хуй его знает. Непонятно очень, если честно. Или может он там, блядь, где-то под водой этот имп был? Может, они реально были под воду провалены? А ну-ка. Не ясно. Почему они так стояли и на меня не реагировали? Какая-то из фич Vendetta, видимо. Вот, я, блядь, зря так начал, на самом деле. Я еще ни одной аптечки не видел, кстати. Так, может быть... Может быть, меня вот здесь едят. Так, заебись сначала. Так они тут все ёбнутые, по-моему. Не все. Но импы определенно ёбнутые. Даже после выстрела рядом они не реагируют. И они, скорее всего, действительно где-то там под кислотой. Притопленные. Поэтому не реагируют. Вот сейчас главное съебать все. Ладно, сейчас мы с патронами разберемся. А небо-то красивое. Такое. Слегка квейковатая, если честно, атмосферка. Причем ближе ко второму квейку. Шотгай. Шотгей. Так, красный ключ. Неужели нам его дадут на халяву? Я не верю в это. Это ж Vendetta. Сколько я помню, Vendetta должна быть хардкорная. Не, она уже, в принципе, по-своему хардкор свой проявила. Да, и давайте уже сейв сделаем. Самое время. Так, если я все помню правильно и ни в чем не ошибаюсь, то нам либо вот туда можно пролезть, либо вот туда. Сейчас мы это все узнаем. Ну мы это забираем, в общем. Да, когда-то я эту секретку нашел, когда я охуел от 3D воды в оригинальном Думе. Я тогда, правда, был пиздюком и ничего там не понимал еще толком. О, видите, и тут вода не настоящая. Так она не просто не настоящая, она не дамажащая, смотрите. А как они это сделали, интересно? Да, говорят, выпасть тебе не нужно.
Так, а зачем я сюда приходил тогда? Я не очень понял. Просто посмотреть? Посмотреть на все это с другой стороны, типа? Ясно. Ладно. А, я его убил таки. Смотрите, как я. Like a Pro. Пробежал, случайным взглядом его уронил. Я себе. А эти так и стоят, два долбоеба. Зацените. Сейчас уже можно... Хотя можно их, наверное, руками забить на халяву. Ага, вот когда я к нему забегаю туда, в кислоту, он там меня видит. А тут он не может меня, видимо, атаковать. Что-то тут с блок-мапом или с чем-то таким намуторено. Да, тут вот в стене явно комната еще одна помещается. Ладно, пойдем в обход. Заебись, пошли в обход. Ух ты, ух ты. А что ж мне делать? Сюда, что ли, бегать? А реально, что кислота не ждет? Так задумано? В смысле, это вода такая? Сферу из меня выбили гондоны. Ну на такое не договаривались. Да, реально кислота не жрет. Вот это может уже и покусаться. Так, и нахуя вы меня сюда вернули? Мне пока это не нужно. Берсерки на это. Хотя, может пригодиться все. Будем знать, что там есть такой выход. Смотрите, как красиво свет рассчитан. Вот это мне очень нравится в Вендетте. Со светом работа. Деток, меня один хуй сюда возвращает. Вот в чем вопрос. Для чего? Зачем? Мне что-то вначале надо сделать? Да вряд ли. Это все может быть. Не, ну я так и буду бегать по кругу, телепортироваться. Так нихуя не весело. А, вот выход есть еще куда. Тихо. Ну да, у нас был путь туда и путь сюда. Ладно. Да я уже затупил. Он меня проредил, сучонок. Так, а зачем нам был нужен красный ключ тогда? Ой, смотрите, как в адах Шэдоумена, блядь, через текстуру полупрозрачные педики пропадают. Все понятно, как у Зэдума в совместимости с классикой.
я вот не понял, куда мне сейчас бежать. Правильным будет. Он и вижу типочек. Вот может в эксит зайти? Так он закрытый пока что. Там всяко туда бежать. Вот ходит. Да их же ж не видно. И зачем я сюда спустился? Так, вот, смотрите. Неплохо. Классно. Классно-то классно, но это... О. Опа. Это сейчас нам что-то откроет. Это, наверное, уже настоящий эксит, да? Раз уж там небо, наверное. Пошли возьмем берсеркину. Это скилл был. Нормально. Срезал, блядь. Хотя, кстати, 6 секрет нашел. Я уже не запомнил, где и когда. Так, заберсертина сюда. А, нам внизу дверь. Какого я сюда прибежал? Так, ну, наверное, сохраняемся на этом. Солнечный сет какой-то. Это ржавая какая-то рейдж. Видно, Сава ржавая рейдж 3D имеется в виду. О, нам сейчас патронов их надо добывать наши. Что-то меня еб... Ах ты... Падла! И долго он меня так ебошил, интересно. А ну, секундочку. Я прям что-то загнался так лихо. А вот они аж откуда пиздячили за мной. Подлюки. Так, подождите, а это не просто так, наверное, да? За мане, однозначно. Чем вещи там работают за двоих? Не-не-не, ничего не знаю, никакого нормального. Нам такого не надо. Долго его терплю, стою. На самом деле надо выйти и убить первым делом, а не ставить рокеты собирать. Вот так. И все. Я не знаю, надо ли тут что-то еще делать. Можно выпрыгнуть вот туда. Ну, вариант, кстати, да? Ой, блядь. Ой, ну вас нахуй, сколько вас там нет. Верните меня на место, суки! Так, макак убиваем. Пошли возьмем вот это говно какое-то. О! Не зря тут эти маленькие коёбочки стоят. Все-таки не зря пришел. Тут интересные у них райские сады, блядь. Сколько ж можно мимо стоять. Какие карты охуенные.
А, ну экзит, кстати, под красным ключом. Обращу ваше внимание, который с прошлой карты наш герой, если он не додумался взять. А, у меня фул 50. Короче, вообще очко. Ну, будем знать. Ну, а тут еще не все зачем. И вот тот, как куда-то живой. Свинорылая. Гуам! Тут закрыто. Тут, наверное, надо под лестницей просто прошмахнуть как-то. Нет? Нет. Странно. А как же эту сферу снять оттуда? Алоэ сфера. Он, по идее, сильно высокий, не должен спуститься на лифте. Ой, блядь, не надо вот эту свою песню затевать, блядь, с зомбями этими своими. А, да, избавь. Да, может, вот эта сфера опускается? А что тогда? А ну, сейчас, секунду, еще раз проверим. Может, я не успеваю реагировать? Нет, сфера не опускается. Ой, можно вот так сделать. Но это я на самом деле хуёво, наверное, сделал. А как же туда на самом деле попасть? Нет, на самом деле, если б я так не сделал сейчас, то я так сделал потом. Надо понять, как туда попадать. С этого буртика не допрыгнут 100%. Ладно, потом найдем. Может быть, кстати, она вот сейчас опускается. Нет. Ну, ладно. Когда-нибудь я это узнаю. Так, тут можно встать на фонарь, а куда с этого фонаря можно попасть? Непонятно. Ох, а вот это нам надо. Так, ладно, шотганы, не пойми как это спустить, на самом деле. Я бы не отказался их сразу опустить, но, видимо, не было. Так, стоп, так мышку еще взяли. О чем это? Ключ берется, видимо, вот так. Требовалось доказать. Взял и съебывал. Где он там резнулся, этот скелет? Ты, сука, как в ухо больно дал ракеткой своей вонючей. Думал, я застрять нашел. И куда теперь? А, вот туда, наверное. Где у нас красная дверь была? Экзит. В самом начале это был у нас. На улице, причем. Вот, смотрите.
Так, где-то на улице, а вот где? Да ну хер его знает, где эта красная дверь. А, вот, вот сейчас назад. А, вот, где на улице, все, нашел. Это эксит? Опа, поеди. Пошли назад. И все? Тряпки. Да ну нахуй. Не знаю, правильно, неправильно. В общем, прошли на следующую карту. Какое-то депо. В общем, поиграем в следующий раз эту карту. Пока закончим на сегодня. Всем подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем до новой серии. Пока-пока.